Включаем принтер. В сервисном меню выбираем русский язык. Нажимаем ОК. Выбираем желаемые сервисы. Открываем крышку принтера. Принтер выводит печатающую головку в положение для замены картриджей. Отключаем питание принтера. С помощью отвертки снимаем крышку с печатающей головки. Подготавливаем картриджи к установке в печатающую головку принтера. Вставляем картриджи в печатающую головку. Передвигаем каретку в левое положение. Защелкиваем картриджи. Отодвигаем каретку в исходное положение. Отодвигаем каретку принтера в крайнее правое положение. Устанавливаем клипсу на правой стороне, фиксируем шлейф. Возвращаем каретку в крайнее правое положение. Готовим SNPC Ink System к установке. Извлекаем транспортировочные заглушки с SNPC Ink System. На их место устанавливаем воздушные фильтры. Не вдавливаем, не вкручиваем, просто устанавливаем в отверстие. Устанавливаем USB кабель в блок питания SNPC Ink System. Подключаем USB кабель к компьютеру. Подключаем питание к принтеру. Включаем принтер. Принтер просит заменить чернильные картриджи. Включаем блок питания SNPC Ink System. Блокируем датчик закрытой крышки. Заходим в сервисное меню принтера «Установка». Затем выбираем техобслуживание. В появившемся сервисе выбираем печать «Дюз». Нажимаем кнопку «ОК». Печать теста «Дюз» показала, что система работает корректно. На каждой SNPC Ink System находится наклейка с основными правилами по эксплуатации устройства. Не допускайте, чтобы уровень чернил был ниже красной линии, размещенной на наклейке. Также SNPC должна находиться на одном уровне с принтером. Хорошей вам печати!